Казахстан – пример для правозащитников соседних стран. Республика накопила положительный опыт в продвижении прав человека и внедрении международных стандартов в этой области. Такую оценку дали в Женеве, где побывал полномочный по правам человека Аскар Шакиров. Об итогах своей поездки он рассказал сегодня в Астане на встрече с представителем управления Верховного комиссара ООН Элизабет Дакошта. Указанные международные организации дали высокую оценку продвижению прав человека в Казахстане, как на законодательном, так и на уровне правоприменительной практики. Международные организации рассматривают Казахстан уже в качестве источника получения положительного опыта в продвижении прав человека, а также во внедрении необходимых международных стандартов. Собственно говоря, в контексте этого вопроса сегодня мы обсуждали с госпожей Дакошта, как на практике применить вот эти договоренности.